рассказывает. Вот здесь вот здесь. Ну давайте сейчас зайдем. Второй человек. Здесь мы сделали музей истории развития военной авиации. Огоньки на полу, это макет ночного аэродрома. На манекенах форма одежды летчиков различные эпохи, начиная с царской армии, до Красной армии, до наших дней. И под стеклом модели самолетов, как они менялись годами. Смотрите, фотографируйте. Потом подойдете к пилотской кабине, расскажу о кабине. Спрашивайте, что вас интересует. Расскажу, но недолго. Это при царе такие летчики были. Excuse me. Хероплан.